Условия таковы. Если на Церре ни один винтик не будет сломан, если вы сдадитесь без боя, мы отвезем вас прямо в Германию, в лучшие города. У каждого будет своя отдельная кровать с тумбочкой. Мы вас оденем в штатское, мыло выдадим. Что мы мыло не видели, что ли? Послушайте, вы здесь не дружка своего встретили. Вы разговариваете с официальным парламентером. И еще условия. Если Церель не будет сдан, он просто исчезнет с лица земли. Пленных брать не станем. Хочу добавить, ваше положение безвыходное. Сарисарские дамы ваши ушли. Немногие еще сопротивляются. Оренсбург будет взят нами сегодня. И тогда вы останетесь одни. Ну, одни так одни. Не надо нас пугать, мы и так шибко пуганы. Что думаешь, Старлей? Церель будет драться. Вы с ума сошли. Церель будет драться.